Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет. Наконец-то мы возвращаемся в великую игрушку под названием... Бакснас! Да, в общем, именно в ту версию, в которую мы играли, на Пеке, где мы с вами проходили. Возвращаемся к нашим героям. Home sweet home. Ух, как это давно было. Я даже не удержался и выбил платину в этой игре на PlayStation 5. Да, то есть два раза прошел. Да. И, собственно, что у нас должно было произойти? В общем, опа, утянуло. Старина, мне нужна твоя помощь в одном деле чрезвычайной важности. Видишь ли, сегодня мой сейсмограф засек необычайно сильные колебания, и я опасаюсь, что рядом с берегом происходит что-то ужасное. Мы с Чендлом направляемся в искристые источники, чтобы выяснить, в чем дело. И мне будет спокойнее, если ты пойдешь с нами. Так, ну, конечно же, пойдем. Великолепно. Встретимся там, когда у тебя появится возможность. Мы тем временем займемся подготовкой. Чендлом, достаточно. Давай, солнцезащитный крем. В общем, чтобы дайте это произошло, нужно было выполнить все дополнительные задания для Чендла и Снорпи, да, его так зовут. Да. Так, нам нужно отправиться на берег. Ё-моё, и надо вспомнить, не верю. Где этот берег. Искристый. Вот нам нужно, короче, где-то здесь, да? А, вот искристые. Здорово. О, все знакомые ребята. Давай хоть посмотрим реально. Кстати, тут столько всего должно быть интересного. Та-дам! Твой личный почтовый ящик. Лизберт часто отлучался. Если мы хотели передать ей вещи или весточку, но дело было несрочным, то просто оставляли все здесь. Раз ты вроде как выполняешь работу Лиз, думаю, мы можем использовать ее снова. Лучше так, чем будить нас по ночам, верно? Что тут у нас? Кажется, тебе только что пришло письмо. Давай проверим. Так, небольшая, так скажем, пауза, ребят. Да. Новостная. В общем, вы сами прекрасно знаете, что никаких спонсоров и никаких реклам у нас нету. Да. И мы решили запустить Boosty. Если у вас есть какие-то лишние средства или хотите просто нас поддержать, будем благодарны. В общем, суть в том, что у нас там будут выходить лайв-ролики. Да, мы сможем, я думаю, даже замотивироваться стримчиков побольше. Да, новости какие-то. В общем, будем делиться. Розыгрыши. В общем, вся информация по ссылке и в шапке будет у нас. Так что присоединяйтесь к нашему уютному сообществу. А мы продолжаем разговор. Ох. Если кто что-то не понимает, здесь это дополнение вышло. Да, которые, ну, на самом деле, и мы ждали давно, и ребята ждали. В общем, так что, я думаю, все в курсе. Дружище, спасибо, без тебя я бы точно умер от голода, так и не добравшись до дома. Раз ты на время останешься в Хрумбурге, тебе понадобятся кое-какие вещи. Я собрал, что смог. Надеюсь, скоро ты будешь чувствовать себя как дома. С наилучшими пожеланиями, мэр Фильба Простафильсон. XOXO. Так, обычные мебель и дуванчики. У нас тут фишка появится строительством, ведь. Ну как, что скажешь? Так, тут читал... Ты читал, стой, у меня за спиной. Ой, прости, я думал, что будет забавно, если я прочту его вслух. Ну, тогда получается, что оставлять письмо не было смысла, да? Так, где все это хранить? Хороший вопрос. Переходим ко второму этапу операции «Подарки для друзей». Сюда. Воу. Мы еще... Ну, ладно, потом я скажу. Я подумал, что ты можешь хранить полученные подарки в собственном домике. Знаю, тут нужен ремонт и все такое, зато планировка свободная, верно? В общем, этот домик строился для тебя, и я уверен, что однажды мы его доделаем. Так что проверяй почту, расставляй украшения, и скоро будешь чувствовать себя как дома. О, вот это, конечно, очень круто. Ой, ребята, это так офигенно, реально. Так, режим строительства. Это вот... Можно поставить мебель. Можно обустроить дом. А, вот я мебель, да, поставил? Да. И сюда потом что-то можно будет украшение поставить. Класс. Ой, это что это такое? Тряска. Снорпи. Ну, это мы помним, да. А, это я вышел просто из режима строительства. Офигеть, просто офигеть. Вернуться в любимый мир. О, дуванчики. Так еще и можно здесь обустроиться. Да. И новые миссии. И вообще там много всего и интересного. И вот у нас подарки. Пугало. Новые, как это, жуконямки, во. Приятно вернуться домой, новичок. Начну, пожалуй, все заново. Если надумаешь разбить свой огород, вот тебе кое-что для этого дела. Бамбус. Mm-hmm.
и спальный мешок. Привет, Лапуля, спасибо, без тебя я бы не вернулась назад. Уже и забыла, как здорово спать в настоящей кровати, лол. А раз я больше не живу под открытым небом, можешь взять мой спальник? Пользуйся на здоровье, Бэфика. Блин, мне еще надо вспоминать, кто каким голосом еще говорит. Еще имена надо вспоминать. Еще раз спасибо за помощь. Теперь мы с малышами поселимся вместе получше. Отправляю тебе фонарь на случай, если ты тоже боишься темноты. Чарли, Джови и Эшли передают привет, Грэмбл. Все похожи. Алоха, дорогуша, похоже, теперь мы соседи. Надеюсь, ты примешь эту вещь в знак моей благодарности за помощь. Пусть она освещает тебе путь и вдохновляет так же, как ты вдохновляешь меня, Уигл. Жесть! Эй, да. Решила, что эта карта поможет тебе не заплутать на тропах вкусняшного острова. Так отвыкла от цивилизации, что мне здесь непривычно, но я все равно рада вернуться. Если захочешь поболтать, заглядывай в любое время. Тиффани. Так, карта вкусняшна. Тиффани, блин, чуть не оговорилась. Кромдомарт снова открыт, спасибо тебе. Прилагаю подписку на благодарственный цветок Кромда. Поставь его снаружи, чтобы все видели, как ты мне нравишься. Я настолько щедр, что первый месяц обойдется тебе бесплатно, Кромда. Это тот, который типа жулика, да, был Кромда? Ну да, вроде. Да, у него лавка была своя. Бро, спасибо еще раз. Мы со Снорпи вернулись домой только благодаря тебе. В горах я нашел кучу отменного дерева. Обращайся, если решишь заменить панели, Чендла. Жесть. Приветствую. Благодаря твоим усилиям мне хорошо в Хрумбурге. Внезапно решил подарить тебе эту вещицу из газеты и фольги. Просто потому что... Что это развернутая газета? Просто потому что она отлично удерживает тепло. И вовсе не потому что она блокирует контролирующие разум волны определенной частоты. Хорошего дня, Снорпингтон. Блин, а можно потом получить, да? А, сори, я закрыл. Блин, пропустил. Вернувшись из пустоши, она потерянная и найденная, преисполнена благодарности. Пусть сей растительный дар успокоит и прояснит твой разум и наполнит дом приятным ароматом. Шельда. Так, ладно, в общем, короче, семейное фото от Эгабель. И еще от Вамбуса растение под фитолампами. А помнишь кактус? Да, да. Офигеть, это была его жёнышка. И еще от Бэфики журнал ее. Шапка-клубняшка. Как у Грэмбла. Ладно, давай знаешь что? Потом. Просто смотри, сколько битком забито. Ладно, давайте уже пойдем. В искристые источники. Да, просто с ума с этим можно. Теперь у нас игрушка стоит на SSD. Да, все быстро загружается, к счастью. Так, мне надо вспомнить, как тут что вообще работает. Ну ладно. Надо собирать, не забывать вот всякие штучки. Как вообще просто... А, убрать правую кнопку. Которыми привлечь можно. Ну, у меня и так полно. Ну, это я напоминаю, ребята. Вот они, жучки наши. Были такие? Да были. Вот этот вот. Конечно, шпажка была. Я даже не помню, как их всех ловить. Я помню, что шашлыножка была, по-моему. Ой, нет? Жесть. Это так, это рюкзак у меня. А где вот эта вся Википедия-то? Вот не, это? Миш, по-моему, такого не было. Да был. Я тебе говорю, он в куст прячется. Был 100%. Вон они стоят. Так, эти колпачки тут. Ё-моё, как это давно было. Ладно. О, да, всегда хотел устроить пляжную вечеринку. Намазать тебе спинку защитным кремом. Не надо, Чендла, я защитился. Несколько минут под палящим солнцем уж точно смогу продержаться. Ночь. Уверен? Могу проверить, вдруг ты где-то... Не дотянулся. Ага. Но лучше быть начеку. Толчок может повториться в любую секунду. Движуха пошла. Бро, что это было? Обычно здесь не трясет так сильно. Аномалия, определенно. Но все закончилось на удивление быстро. А, у меня все трясется в глазах. Блин, это что такие? Что там было? Остров. Бро, это же новый остров, чел! Мы должны там побывать! Должны? Ну да, конечно, но для такой работы нас троих не хватит. Надо собрать мини-экспедицию, в которую войдут наши лучшие умы. Разумеется, должны поехать Трифани и Флофти.
О, и Шельда тоже. Шельда? Она едва ли обладает. Ты сказал, что нужны лучшие умы, а Шельда полна мудрости. Бам! Команда готова! Что ж, она травница, значит, единственная, кто может сойти за врача в отсутствие Габель. Хорошо, скажи Трифани, Флуфти и Шельде, чтобы приходили на пляж. Мы с Чендла останемся и придумаем, как... Переправить. Да. Вот это чума! Ну-ка, стой, погоди. Не чё, уходи. Чё? Надо Чендла за фото. Старых добрых. Ну, сейчас тут таблички исчезнут. Жалко, только у нас темно. Ну да, так что может чуть потом. А по-моему, кстати, тут можно будет спать или что-то вот. Да, кстати, делать. Я же могу даже здесь, на киви. Надо хоть размяться, что ли. Как тут уж... надо привлечь. Я уже не помню. Чем-то, че... какой-то вкусняшкой. Я не помню, что это. Может, шоколадку он любит. Да, он любит шоколад. А как же тут потом меняешь? Меняешь, да, на эту и все. И ловишь, да. Офигеть. Кивосик. Фух, вспоминать, конечно, не... Малинка? 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 Малинки не было. Погоди, похоже на клубничку, только малинка. Да. Так, стоять. Надо немножко все проявить. А что она любит, интересно? Сейчас я вот так сделаю. Не знаю, мне кажется, ничего не надо нужно. Надо дойти. Она такая, типа, выйдет. О! Ну, давайте проверим, это новенькая или нет. Малиняшка. Новая нямка. Слушай, ну реально, а может, ты права, что новая? Да, по-моему, не был. По-моему, была шашлыножка. А это какая-то с креветочкой. Так, я иду. Вот она, смотри, это новая. Блин, погоди, давай посмотрим. Вот она. Да? Да. Экзоножка. Стой, а может шашлыножки и не было? Может она... Не, шашлыножка была. Блин, вот у меня, конечно, на полке все-все-все открыто, но пофиг. Просто хотелось оставить таких персонажей, какие они были до этого. Да. Здесь где-то эта ночевка была, я ее искал, если честно, А-а-а. Чтобы вздремнуть. Да. О. Ой. Они нужны были. Да, я хромпакет. Блин, я уже тоже вот уже... Все это так давно было. Ладно, не знаю, где тут ночевка. Лягу... Потом, так что ли, не знаю. А в этой, в хате нельзя? Так, вот с ними поболтать. Ну тут в нашей хате-то кровати нету, если что. А, блин. Вот все соусы здесь. Огород, да, кекчуп. Сырный. Пока пригодится. Течет мой любимый кекчуп. Так, все, у нас теперь полный набор соусов. Блин, а можно... О, нет, не светлеет. Это тут тусит. Так, ладно, пофигу, я хотел вообще-то, ну, мы пока говорим, я думаю, что-то произойдет. Окей. О, лунатик. О, он как обычно, да, лунатик. Грэмбл куда-то пошел. Так, надо мне запомнить, где наш дом, если честно, все время забываю. Ой. Бро, зацени! Вильбо рассказал, что ты он здесь живешь. А, я подумал, чего тут не хватает, и понял. Нужны стены. Это я виноват, что домик был недостроенным. Я собирался доделать его вовремя, но потом случилось вот это все. Но рано или поздно Чендла свое дело делает. Пусть эти стены тебя радуют, чел. Спасибо. И кровать бы хорошо бы еще заиметь. Вот, спальный мешок. Ура, мы можем поспать, Миш. Так, стой, сейчас. Жесть. О, класс. Сейчас будет уютненько. Ну тут, наверное, еще ничего нету. О, семейные фото. Так, а вот это у нас пока ничего. А мы можем этого поставить? Фонарь, может, или карта вкусняшная. Блин, это офигенно. Во, давай мини. И сюда можно тоже шляпу. И вон туда что-то можно поставить. Ништяк. Журнал. Ну что, как вам новый... Опа. Вау. А можно заменить, да, там, типа... Ну, веник блин, не ну, очень. Блин, как-то странно. Во. А, это офигенно. А, это цвет. Да, и сюда можно что-то. Ну, потом, видишь, что-то. Это пока закрыто. Что-то больно быстро прокачалась вся а хата. А мы потому что сразу много наоткрывали этих подарков и писем. Тут вот еще что-то. Ну, да, будет открыто. Ну, тут появится давай новое. Поспим, может быть. Да, давайте поспим. Так, до 5 утра, чтобы и уж поярче да, было. И теперь, да, можно... Жесть, спокойно. Тут нормальный контент накидали. Ну, я думаю, посветлеет немножечко скоро. Блин, смотрите, здесь. Какая хата у нас. Офигеть. Заходишь. Офигеть. Семейные фотографии. Хотя это фотографии не наши семейные, прям да. скажем. А так наши тут... парочки тут. А, это что, то есть вот так? Ну, не. Оставим. Как-то фотки круче выглядят. Так, ладно.
и вот наша карта. Похоже на карту из там «Властелина колец» или «Приключения Хоббита». Так, пойдем со всеми разговаривать. Они проснулись. Так, хочешь присоединиться к экспедиции? Ты это мне предлагаешь? Ну, разумеется, тебе нужен будет наставник. Невзирая на опасности, она укажет тебе путь. И этот жуткий островок. Если это то, что я думаю, мне надо там кое-что увидеть. Так, Шельду мы зацепили. Теперь нам осталось поговорить еще. Господи, я уже забыл, как она... Из него сделали. Из нее, да. Так. Ну, то же самое. Значит, неизвестный географический объект необъяснимым образом возник посреди океана и в любую секунду может затонуть снова. Конечно же, я поеду. Иду собирать оборудование. Так, и нам нужно с Трифони поговорить. Фильба, если я не ошибаюсь, сейчас я проверю. Так, это мы не трогаем. Это концовка идет игры. То есть у нас перед концом все происходит. Трифони. Это а вот сзади... огородник. Нет. Где огородник обычно? То есть так он в огороде был. Да он не... поливал свои эти. Нет. Зелененькая. Или... Погоди. Бэфика. Стой. Что ты фоткаешь? Вот его жена. Я поняла. Но... Она может где-то в пещере. Она может где-то в другом месте. Я вот совершенно не помню, где она тусила. Ой, да. На них, по-моему, можно тоже будет всякие украшения. Да, в дополнение можно будет погладить, сменить. А, это вот кого-то другого можно выставить. Мини-маки. А это что за кружок? Это черри, может быть, какая-нибудь. Ты кто? Что-то я не понял. Я еще не понимаю, кто это, если честно. Малыш арбузик. А, это арбузик. Да, это же мы огромного босса, по-моему, завалили. А я могу кого-то из этого-то вывалить сюда? Или как тут это? Да, здесь... вот сюда. Вон тортик. Вон он. Он за место кого-то. Ну, да. Пусть тортик. Место может быть одного арбузика. Это. Блин, короче, где она может быть? Наверху, на... You want something? Блин, нет, спасибо. Давай везде просто походим. Даже не знаю, куда рвать. Она в пустыне может быть? В раскопках. Пойдемте посмотрим. Мне кажется, что обычно она там, как археолог была. Хотя она вроде вернулась. Ну, как бы, слушай, да. Трифони, я надо... Ну, давайте я прочту точно. Трифони, это то, что я думаю. Да. Где она будет? Любит историческую литературу, пишет походы, шутки про кости. Пеши, отправилась на вкусне, чтобы избавиться, родственница так одолелась от вам. Считает, что... Так, археолог... Ну, блин, я не знаю, где она может находиться. Вот так попросить о помощи. Старое знакомое место. Вы кто? А, попкорн. Так, вот она... Я думал, она здесь, но ее и здесь нет. Слушайте, я не знаю. Давай по-моему, по... кстати, это офигенная штука появилась. Смотрите. О, быстрое перемещение. Да, я сегодня прочитал в блоге у разработчиков, что многие просили эту штуку. Ну, давай сейчас везде тогда таким образом пощелкаем. Я не знаю, где она. Где-то, вот еще по предположениям, она может быть. Не, может, она реально здесь, в деревне. Просто походить. Ладно, везде. Давайте поищем, давайте. Может, она где-то дрыхнет. Окей. А, вот она. Что-то я не подумал. Она так изменилась. Сейчас посмотрим, какой баскетболист. Вау! Неплохо. Так, ну давай. О, можешь не сомневаться. Не каждый день острова вырастают прямо на глазах, знаешь ли. Других дел у меня не осталось, так что я пойду. Встретимся на пляже. Все, теперь мы можем всей командой... Ух ты, вот это вкусня. Я бы в жизни такую бы хотел попробовать. Да. Блин, когда смотришь эту игрушку, сразу хочется что-нибудь покушать. И потом надо будет вот так бегать. Да. Так. Да, Фильба, ну мне надо идти. Мы на эти пошли. Блин, все равно привычка идти пешком в каждую локацию. Если честно. Ну так и ладно, зато... Блин, как здесь красиво, вот, когда светло. Офигеть. О, у нас ножки есть. Я надеюсь, здесь... Да, тут еще нужно иметь в виду... А вон, лодка. По времени, ну то есть дня и суток, меняются фрукты. Коктейльчики летают. Да-да-да. Так, ну что, поговорим. Все готово. Все точнее. А,
Оу, так скоро, но мы еще не вполне готовы. Еще бы пару дней на анализ. Снор, почем ты? Мы построили плод в рекордные сроки. Пора всех запускать. Конечно, Чендла. Тадык. Ладушки, я прибыла и готова исследовать. Оу, отличный получился плод, Чендла. Спасибо, Брофани. Воистину, главное, чтобы он не оказался славной гробницей для опрометчивых странников. Ну, конечно, Снор Пинктон запросто... Ой, похоже, к нашей экспедиции прибилась бродяжка. Хрумбург в той стороне Шельда. Придержи свой гнусный язык. Старших надо уважать. Я начну тебя уважать, когда ты это уважение чем-то заслужишь. Какое самомнение? Думаешь, только тебе под силу постигать неизвестное? Нет, ты несешь гибель всему, чего касаешься. Гибель Эгабель и Лизберт. Гибель собственной плоти и крови. Я начинаю думать, что это была не лучшая идея. Знаете, 6 хрумбов на одном плоту — это многовато. Может, кому-то лучше остаться? И кому же? Поедут все! Мы со Снорпи справимся! Вообще-то, Чендла, я подумал, что мы могли бы остаться и вести наблюдение. Что? Бро, зачем было все это делать, если мы не едем? Разве тебе не интересно, что там на новом острове? Ну, конечно, интересно, но ты только взгляни на это. Этот остров — смертельная ловушка. Да ладно, Снор, вряд ли все так уж плохо. Послушай, я должен поехать, я им нужен. Да, кто-то должен будет носить 70-летнюю. Захлопнись. Езжай, если должен, Чендла. Но я останусь. Бро, но мы ведь все делаем вместе. А вдруг с тобой что-то случится, пока меня не будет? Со мной? Я буду здесь, на прелестном пляже. А вдруг что-то случится с тобой? Да-да. А еще вас обоих в любую минуту может раздавить метеорит. Ох, они разыгрывают эту сценку каждый раз, когда Чендла куда-то, короче, что-то задумывает. Может, не будем тратить время и отправимся уже в экспедицию? Вы словно два зеркала, что непрестанно отражают друг друга. Отвернитесь от бесконечной пропасти, чтобы узреть себя. Не хочу лезть советами, но нет ничего плохого в том, чтобы немного побыть порознь. Это даже полезно. Это она по своему опыту говорит. Да уж, похоже. Ладно, раз вы все так считаете. Не волнуйся, я все время буду выходить на связь по радио. А еще я повесил жучки, как минимум... Ладно, окей, тогда начнем нашу тусовку! Не окажешь честь, бро! Просто запрыгни на плот, как соберешься. Ну что, я предлагаю на этом и сделать паузу. Как раз, чтобы самое интересное... Но потом. Да, в общем, ближайшее время. Да, да, обязательно прям будем быстренько проходить. Ладно, ребят, не забывайте заглядывать по ссылочкам. Бусти, ВК, Телеграм и так далее, там подобное. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.